В неделю седьмую по Пасхе, когда церковь совершала память святых отцов Первого Вселенского собора, блаженнейший митрополит Киевский вся Украина Ануфрий возглавил божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви. Его блаженство сослужил ряд архипастырей Украинской Православной Церкви, а также архиерей Русской Православной Церкви за границей, викарий Восточноамериканской епархии, епископ Манхэттенский Николай, братья Лавры и гости в Священном Сане. За богослужением молились прихожане и паломники обители. После чтения Святого Евангелия предстоятель обратился к прихожанам со словом проповеди. Даже один человек с истиной, она побеждает. Истина побеждает, даже если никого возле нее нет, потому что истина – это Бог. А ложь всегда терпит поражение, даже когда за ней пойдет весь мир. Конец лжи – это поражение, смерть. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны благодарить Бога за то, что Бог сподобил нас быть наследниками тех мужественных святых отцов, которые были участниками Первого Вселенского Собора, которые защищали чистоту святой православной веры. И мы должны хранить эту веру чистой, неповрежденной. Ни в чем, не добавлять, не убавлять чистоты веры. И если даже будет нас немного, мало, вера победит. Потому что истина – это Христос. А Христос – это победа. Пусть Господь помогает нам, чтобы мы были хранителями святой православной веры и делателями этой веры, чтобы мы жили по этой вере. Тогда Божье благословение будет на нас, мы сподобимся в вечной жизни, в Царстве Небесном, во Христе Иисусе Господе нашем. Во время литургии была вознесена сугубая молитва о мире на Украине и о единстве Православной Церкви. За богослужением блаженнейший митрополит Ануфрий совершил диаконскую хиротонию над студентом второго курса магистратуры Киевской Духовной Академии Сергеем Благой, а в завершении был совершен чин прославления с молитвой к святым отцам Первого Вселенского Собора. После чего архипастырь поздравил прихожан с праздником и рассказал, как защищали православие святые отцы, память которых в этот день совершала Церковь.